Наша музыка. Наша. Группа, которая здесь никогда не была, и вообще, мне кажется, не была на нашем радио 1000 лет, еще где-то на Бауманской, группа Настя, Настя Полева. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну, естественно, мы хотим передать привет от городка, который нас приютил с 90-го года. Мы сами-то ведь из Свердловска. Вот, и мы теперь живем в Петербурге. И песенка называется «Мосты над Невою». Есть ли новый материал? Спрашивают все. Угу. Да. Можно я отвечу? Конечно. Новый Егор. Материал есть, но так получилось, что он написан, тексты написаны на английском. Угу. Вот. И, естественно, Настя должна написать тексты на русском языке. Вот. Ну и есть, конечно, идеальная задача, это попробовать выпустить альбом двуязычный. То есть одна пластинка на английском и одна пластинка на русском с текстами, которые Настя, я надеюсь, напишет. Тут такой вопрос. Платили ли вам за фильм «Брат» или вы снялись бесплатно? Бесплатно. Все бесплатно. У нас была такая... отношения так были выстроены с музыкантами у него и еще со времен Свердловска. Ну да, мы здесь надо просто сказать, взаимопомощь была. Просто все друг другу помогали. Что вы дружили ведь очень долго. Да. И Алексей Балабанов даже запечатлел на пленку запись вашего альбома, я так понимаю, да? Да, мы практически застали именно самый ранний период его вот формирования как режиссера и подружились именно тогда. 25 мая в Санкт-Петербурге вы посвятили свой концерт памяти Алексея Балабанова. Да-да-да. Повод печальный, но... Но так получилось, да, что вот... Да, это правда. Сожми себя в тугой
не часто нравится женский вокал, пишет Светлана, но Настя, у вас прелестный голос. Вы, наверное, очень гармоничный человек, ведь учились в Свердловском архитектурном. Архитектура, как известно, это застывшая музыка. Находит ли полученное образование применение в жизни? Конечно. Во-первых, архитектурный институт мне сформировал вообще вкус художественный. Он распространился и на музыку. Собственно, этой заразой я заразилась там, музыкальной. Угу. Так что если бы не было института, не было меня в плане музыки. Предлагаю, да, к песне переходить, да, прямо давайте. Сейчас. Просим вас все. Да. Сейчас исполним. Это важная песня. Это, кстати, песня, которую я вообще впервые в жизни написала свой текст. Ну, он наивный немножко. «Танец на цепочках». Субтитры сделал DimaTorzok.